Привет всем, кто еще не успел сдохнуть этим летом. Сейчас я играю в игру Fantasy Star Zero. Я уже пропустил кучу мультиков, хуюльтиков всяких, и вот пытаюсь диалоги тоже сморозить. Вот, собственно, геймплей. Графика для Nintendo DS вполне так неплоха. По крайней мере, это не 2D-шная херня. Так, в магазине мне делать нехер, ну хули. Денег нет, зачем мне магазин? Тут так же, как с тёлками, если у тебя нет денег, значит, у тебя не будет тёлки. Ну, правда, если тебе 15, дальше запросы бывают более маленькие, более никчёмные. Так, ну, куда-то бегу. Вот тут, наверное, должны быть миссии. Но, по-моему, ничего не происходит. Может, старт нет, не то. Не... Пожалуй, я не знаю, что тут делать. Надо выбежать и что-нибудь совершить такое нереальное, чтобы что-то произошло. Тут я еще не был. Тут, наверное, меня сейчас... Ясен хер, меня тут загрузит ненужной информацией. Да, усатый, мне очень нравится то, что ты говоришь, только я бы насрал тебе в лицо, прости. О, как же мне это все дорого. Да, все классно. Да, отлично, отлично. Войну и мир мне тут не надо пересказывать, придурки. Так, что же могу интересного рассказать об этой игре? Пока что происходит какой-то эпично долгий пиздеж, от которого мне уже хочется сдохнуть. Так, давайте куда-нибудь опять сюда, наверное, пойти надо, нет? Нет? Ну, произойдет ли хоть что-нибудь за эти несколько минут, сколько я уже пытаюсь поиграть в это говно? Ой, да, версия для PSP куда милее. О, неужели? Тут можно взять квесты. Да, кстати, как я понял, система тут точно такая же. Стопудово будут ограниченные локации. Честно скажу, что все-таки сеговские версии были куда интереснее за счет того, что в них был какой-то сюжет, а не тупое чтение ненужного текста и, не знаю, каких-то глупых миссий. О, боже, сколько можно разговаривать? Да заткнитесь вы, дайте мне кого-нибудь убить. Да, отличненько, что-нибудь. А, это туториалы. В жопу засунь, экзит. Да, в жопу. Классно. Неужели сейчас что-то начнется? Так, ну... По крайней мере, я могу бегать с мечом. Наверное, еще могу им махать, да. Нормально. То как-то медленновато, что ли. Беги, Форест, беги. Что-то какой-то удар совсем не крутой. По-моему, даже черепаха успеет съебать, пока я ударю. Ну... Супер. А может, прицел какой есть? Или там камеру вертануть? Как вариант? Не получится. Опять они появляются. Да что вы тут забыли, кретины? Тоже мне змеюшки. Давайте, не знаю, монстров гигантских. А чё мне тут червячков всяких бить? Правда, такой червячок может заживо проглотить и даже не сплюнуть, как это любят некоторые. Так, экранчик у меня тупоебит. Что ж поделать. Так, бежим дальше. Наверное, нас ждут великие дела-делища. Просто невероятные приключения по одним и тем же локациям. Ой, ну пока что боевка заставляет меня как-то унывать, что ли, печалиться, грустить. Потому что, ну, как-то слишком медленно и никакого экшена я тут вообще не чувствую. Видимо, разработчики, естественно, решили сделать хорошую игру, но из хорошей игры здесь, наверное, только более-менее удачная графика. А пока ничего какого-то приятного, интересного я здесь не вижу. Может быть, со временем станет лучше, не знаю, придет ко власти мертвый Ельцин или, не знаю, Ленин воскреснет и покажет, где, не знаю, Карл Маркс похоронен. Хотя, знает кто-нибудь, где он похоронен? В общем, срать.
По-моему, пока я бью этих выродков, я могу говорить просто чем угодно, там не знаю. Вот на столе у меня стоит 4 Соньки, вот третья, первая, вторая и PSP. И мне кажется, я могу вот просто рандомно нажимать на кнопочки. О, надо выпить какого-нибудь говна. Могу рандомно нажимать на кнопочки и вроде как буду продвигаться дальше. Боже, ну действительно, это что-то как-то совсем уж нудно. Так, ну что же вы не сдыхаете, сраные, блин, кобреньки. Я вас уже ненавижу. Хотя мне вообще все равно, мне плевать на вашу судьбу. Точнее, я хочу просто, чтобы вы сдохли. О, левел ап. Наверное, ты мне очень сильно поможешь, приятель. Боже, оно изразилось какими-то зелеными хуйнями. Сундучок кончил. Так, ну, названия, кстати, всяких предметов остались аналогичным PSP-версиям, там, Dreamcast-версиям, Wii-версиям, GameCube-версиям. И где там еще выходил Phantasy Star? Так, в общем, блин, это уже превращается в что-то чересчур однообразное. Вся эта серия, то бишь, тяжело отличить там одну из первых подобных частей от других, разве что там всякие фишки с прокачкой, там прокачка оружия и что-то еще. Ну а так, ну блин, ну что-то совсем ребята делают какой-то одинаковый порожняк. Ну хотя чисто для Nintendo DS подобный проект, я думаю, это ну, нормально, потому что особо пока из того, что я видел и смотрел, там искал себе поиграться, это, наверное, самый невъебезно, офигенно, блин, не знаю, брутально экшеновый проектище. Он из плана RPG-шки, я имею в виду, так что, блин, наверное, тут ребятушки сделали такую невероятную просто инновацию сделали, овации им. А, боже, ну как можно постоянно убивать одних и тех же кобр, это неинтересно. У меня даже вон телек посинел. Так, сейчас я добью кого-нибудь и обязательно выключу его. Блин, ну надеюсь, вы понимаете, что игра такая, все такая шикарная, что хочется безумно играть. Вот, то должны, по идее, ключи какие-то быть. А нет, мне еще один ящичек кончил, замечательно. Я просто дико счастлив в его судьбе. Так, наверное, это все. Ключей никаких, не? Не выпало мне? Нет, не особо. Меня хотят порадовать этими делами. Так. Но на карте есть какой-то проходец, наверное, мне туда. Ну что, тут, наверное, выскочат кобры. Это будет внезапно, если выскочат кобры, я же этого не ожидаю. И, ну давай, выскакивай, вот это. Обалдеть. Не, ну конечно, это, наверное, отличительная черта всей серии Phantasy Star вот в таком виде, после сеговском, так сказать. Вот, ну блин, но эта часть пока что самая унылая, из которых я видел, из всех, что я видел. Боже, мне хочется сдохнуть, убей же меня, ну просто убей меня. Что ты бежишь, придурок, видите, придурок слева тупо бежит хер знает куда. Я очень рад. О, ура, меня убили, боже. Нет, меня воскресили еще дополнительно. Я только рассчитывал обрести наконец-то долгожданный покой. Меня взяли и воскресили обратно в эту рутину убийств, не знаю, каких-то мутантов и каких-то кобранек. Мне очень хочется пойти на кухню, там сесть за стол, облокотиться на него локтями, упереться в них головой и громко-громко заплакать, потому что, блин, это какая-то жесть. А, еще один сундук. Не, ребят, честно говоря, с меня хватит. Серьезно, это, блядь, нет, все, завязываю.